В начале аппаратного совещания губернатор Сергей Морозов поздравил всех православных жителей области с праздником Николая Чудотворца. После чего перешли к проблемам более насущного характера. Регион развивается, но развитию бросаются вызовы. И не только в сфере экономики. В последнее время вновь подняла голову уличная преступность. Губернатор сообщил о том, что на борьбу с криминалом направят дополнительные средства. Выполнение этой задачи ляжет на плечи Николая Маркина. Бывший заместитель председателя правительства переходит на работу в администрацию губернатора советником-наставником. Сейчас акценты расставлены на стабильности региона и России. Это принципиально важно, то, что связано с молодежью, преступностью, наркоманией, экстремизмом и терроризмом, особенно противодействие идеологии и терроризма, потому что, по большому счету, против нас идет война, чтобы дестабилизировать ситуацию. Но мы с вами вместе, мы один кулак. Все прекрасно понимают задачи, которые перед нами стоят. Сохранить и приумножить силу нашего государства. После обсуждения борьбы с преступностью перешли к еще одной животрепещущей проблеме – состояние дорог. Глава области выразил крайнее неудовлетворение уборкой снега с транспортных магистралей и придомовых территорий. Претензии в первую очередь касались работы городской администрации Ульяновска. У меня все больше и больше возникает ощущение, что сегодняшние руководители администрации города не понимают о том, что не посеньте шапка, по всей видимости. Либо они исправят ситуацию и начнут реально заниматься этим большим хлопотным городским хозяйством, либо придется шапку менять на чью-то другую голову. Руководство областного центра обязалось исправить все недочеты в работе, чтобы ульяновцам стало ходить и ездить по дорогам, тротуарам комфортнее и безопаснее. Сейчас на улице города у нас работает 90 единиц. На штабе были приняты решения о том, что дополнительно необходимо к той технике, которая у нас обладает, наши муниципальные бюджетные учреждения Дорремстрой и Центр по благоустройству и озеленению, привлечь дополнительные силы наших муниципальных предприятий. И также работники муниципальных предприятий сегодня в 7 утра вышли на расчистку улиц от снега. Это просто Алексей Владимирович, перегружаясь вот этой вот работой, взял лично все на себя и очень низкая исполнительская дисциплина. Поэтому, Сергей Иванович, учитывая ваше предложение, мы депутатским корпусом и я лично будем заниматься уборкой города. Не должны расслабляться руководители других муниципальных образований области. О готовности дорожников справиться с снегопадами и прочими природными явлениями рассказал первый вице-премьер Андрей Тюрин. Техника для содержания федеральных автомобильных дорог подготовлена на 100%. Все пескобазы и дополнительные тягачи, которые сегодня закреплены на подъемах на федеральных дорогах, а в этом году это сделано впервые, с учетом прихода новой подрядной организации. Поставка тепла – еще один важный вопрос, который стоит каждый день перед коммунальщиками. Объем запасов топлива вызывает наибольшие опасения в Инзинском районе. По остальным же муниципалитетам ситуация значительно лучше. По наличию угля у нас в целом по ряду муниципальных образований от 30 до 60% на весь отопительный сезон. По Новому году и праздникам, значит, вопросов нету. По дровам то же самое. Тем не менее, я говорю, сейчас вот за эту неделю будет и дополнительно завезен и уголь, и заготавливаться дрова. Еще один проблемный населенный пункт – Ишеевка. Жители рабочего поселка жалуются на холод в учреждениях культуры и объектах социальной инфраструктуры. Ситуацию взял на контроль губернатор Сергей Морозов. Это теплоисточник постоянно работает в таком в нервном режиме, почти в полуаварийном. Поэтому сейчас, конечно, с этим будем разбираться, в том числе дадим оценку действиям или бездействиям муниципальных властей. Ну и, конечно, будем вынуждены опять, так сказать, там искать миллионы, большое количество миллионов для того, чтобы, так сказать, приобретать уникальную котельную, так сказать, устанавливать ее вот в эти холодные дни. Но это так не пойдет. Так не пойдет дело, коллеги, если мы так будем относиться к эффективности наших расходов. До завершения года осталось меньше 2 недель, и самое время подводить итоги. Тем более, что они оказались лучше ожиданий. Я бы хотел вас всех проинформировать, что впервые с начала 2016 года индекс промышленного производства в Ульяновской области превысил 100%. 100,2%. На
За этот месяц мы увеличили, значит, в целом индекс промпроизводства на 1,9%, то есть месяц ноябрь стал прорывным вообще в целом в промышленности, то есть весь годовой индекс почти на 2% был увеличен только на 2%. Существенно увеличились и поступления в областной бюджет. Выполнение плана по консолидированному бюджету составляет 104,8%. То есть по консолидированному бюджету плюсом мы получили 1,863,6 млн рублей. Не может не порадовать и уровень инфляции в области. Он продолжает оставаться самым низким за всю новейшую историю региона. Губернатор распорядился обратить более пристальное внимание на ситуацию на рынке труда. В банке вакансий на сегодняшний день имеется 8300 единиц. Стоит отметить, что всего за 2016 год на территории области создано 22 320 рабочих мест. За прошедшую неделю было создано 470 рабочих мест. Последним вопросом стала демографическая ситуация. Губернатор положительно оценил ее результаты – количество новорожденных и сокращение смертности. Однако главы администрации муниципальных образований должны уделить больше внимания профилактике абортов. В первую очередь это касается Новоульяновска и Инзинского района. В заключение глава области рассказал о подготовке к празднованию столетнего юбилея службы ЗАГС, которая намечена в следующем году. Будет разработан и утвержден специальный памятный знак и региональное звание почетного работника ЗАГСа. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.